А сегодня морозный день, 23 февраля, праздник. Я позвонил другу в полдень, он великий бабник, но он был со мной. Когда было тесно в окопе и закрыл собой при перебежке в поле, нам было тогда 18, у нас вся жизнь впереди. Две очереди с бацать, какой пустяк, дело правой руки. И вот на улицах праздник, на улицах лица слились в одно. Я остался жить для матери праздник, а остальным почти все равно. Не все равно моему другу и таким же, как он. Не все равно инвалиду, что теперь этой жизнью пленен. Так где же наш праздник, где окончание войны и салют? А где мой друг, великий бабник, снова уехал на юг? Так пусть Родина знает, и пусть Родина этим живет. Одна Родина только бывает, братцы, а все остальное не в счет. Не в счет нищета и разруха, не в счет банановые острова, не в счет и старуха-проруха, когда на счету Россия моя. Еще раз здравствуйте, мои любимые слушатели канала Генс-33, а также все ваши друзья и все ваши близкие. В канун 23 февраля от всей группы «Рождество» я хочу поздравить еще раз всех с 23 февраля и немножко на эту тему поговорить. Почему я начал именно наш ролик именно с этого стихотворения, которое было впереди? Представляете, я его написал в 1985 году. Я его написал, когда я служил на флоте, вот. А вот мой друг как раз в то время пришел с Афганистана, с чем я поздравляю всех афганцев, парни, с 30-летием, вот, вывода наших войск оттуда. И вот, когда я с ним пообщался, я написал это стихотворение. А теперь смотрим, прошли годы, и на дворе стоит 2019 год. А оно до сих пор актуально, стихотворение оказалось. Потому что те строчки, где окончание войны и салют, мы как бы в то время молодые такие все думали, что все как бы заканчивается. Но нет. Поэтому хочу поздравить всех тех, кто сейчас стоит на вахте. Кто-то в море бороздит. Пограничники уходят, ребята, в заставу. Ракетные войска, танковые войска. У нас нет войск, которые как бы были, да, знаете, не удел. В России такого нет. Каждый солдат на своем посту. Поэтому, ребята, зоркости глаза вам всем, да, веры в свою страну, в свой народ. А это, ну, вот кто сейчас служит, мне бы хотелось, да, чтобы вы понимали. Вот когда я служил, нам очень часто показывали фильмы про наших великих полководцев, да, Суворов, Нахимов, Ушаков, Кутузов. То есть мы как бы вот росли на этих подвигах вот этих великих людей, да, на подвигах наших предков. Поэтому я очень гордился, когда наши корабли Советского Союза заходили в нейтральные воды, и все интервенты, которые там стояли, опускали флаги перед нами. Приходил Советский Союз. И вот сейчас такая же гордость берет меня за свою страну, за все то, что я вижу. Тяжело, тяжело, но время какое, да? Поэтому вот так все друг за друга надо беспокоиться, не проходить мимо человека, допустим, да, лучше познакомиться, мне кажется, да, с ним лишний раз. И вот такой дух, ребята, я вам хочу, чтобы, знаете, вот у меня, когда служил, зарисовка на всю жизнь, был как-то тоже 23 февраля, ну, на корабле отмечали, и вот у меня друг с Вологды, Ванька такой, да, и мы как-то один раз нам, значит, вроде как бы шутили, я говорю, туда-сюда, я говорю, ну, друг, враги, говорю, да, а у нас или патроны закончились. И он такой стоит и говорит, я за Вологду родную, с топором на танк пойду. Вот такие парни были, я думаю, что они есть сейчас. 23 февраля. Но во времена моей юности, да, это уже был призыв к весне. Скоро 8 марта. И уже у девчат и у нас, ребят, какой-то внутренний такой алаверды, ответочки, да, надо готовить. Это заводило, да, это нравилось. А когда пошел служить, это письма любимого человека. Это его вера в тебя. И поэтому
Хочу сказать и командирам, да, все непросто, друзья мои, мужики, но когда есть любовь, солдат, у него есть крылья. Любовь и вера в свою страну, в свой народ, а вот свои любимые глаза, которые его ждут, это основное для солдата. Поэтому, девчонки, ждать солдат, вот, чтобы они все возвращались к нам. И мне бы хотелось, когда... Давайте поступим так. Сегодня 23 февраля, День защитника Родины. А мне бы хотелось, чтобы у защитника Родины всегда был выходной. Чтобы никто к нам не приставал, чтобы мы жили в мире. Мы же такие, да? И поэтому давайте сделаем такую штуку. Сложим руки вот так и призываю. Вот я вам всем говорю, давайте жить в мире. Я хочу вам сказать следующее, мои хорошие. Поздравляйте этим видео всех своих защитников. Репостните и сделайте им вот так. Чтоб буй стоял и лодки плыли. С Днем защитника России. Весело и с юмором.